Мощная пыльная буря и разрушительный ветер 1 февраля обрушились на южную аргентинскую провинцию Чубут. Скорость ветра достигала 100 км в час, сообщает Daily Star. Представитель гражданской обороны в Чубуте сообщил, что сильные порывы ветра валили деревья и срывали крыши зданий. Возникли сбои в подаче электроэнергии. Жители пострадавших городов делятся в соцсетях фото и видео поваленных деревьев, уличных фонарей, поврежденных зданий и автомобилей. Внезапно обрушившаяся буря вынудила отдыхающих на пляжах быстро искать укрытие. Шокированные пользователи соцсетей сравнили облако пыли с тем, что видели в фильме «Мумия» 1999 года.